мы на месте. Я немножко привела себе в порядок, расчесалась, почистила зубы. Сейчас переоденусь, и мы пойдем завтракать. Покажу вам комнату, в которой мы будем в этот раз жить. Такая маленькая гостевая. И здесь, смотрите, для нас подготовили кроватку для Никиты. Это, я так понимаю, табурет длинный из гостиной. Кажется, он стоял здесь. Из коридора, точнее. Это будет такая мини-приставная кроватка для Никиты. Здесь будем спать мы. А тут у нас шкаф, и, в принципе, все. Да, больше здесь ничего нет, тумбочки и шкаф. Нам, в принципе, больше ничего не нужно абсолютно. Этого нам вполне хватит. Позавтракаем, Денис будет спать, а потом у меня миссия распаковать все наши вещи, пораскидывать их все куда-то. Вот, и навести здесь небольшой порядок. А еще здесь для Никитки положили вещи, очки, панамка, плавки, шортики какие-то. Это, видимо, от Димки осталось, от племянника. Так мило. Такие прикольные, маленькие. Я вам чуть позже, с позволения хозяев, покажу комнаты, в которых мы будем находиться и в которых нам можно находиться. Смотрим, я спрошу, какие комнаты можно показать. Покажу вам территорию, наверное, я думаю, разрешат. Вот, а такого прям полноценного рум-тура, скорее всего, не будет. Наш завтрак, краткая экскурсия. Нам сварили овсянку. Отдельно Никите без сахара, соли. Я добавила ему тыквенную пюрешку, чтобы было посытнее. Так, у меня кофе, у Дениса чай. Марина еще сделала оладушки. Еще нам пожарили котлетки, картошечку. Кайф. Скажи, держись. А что, инжир? Фига. А его шкурой едят? Я не знаю, я инжир вообще никогда не ел. А у нас сегодня годовщина свадьбы. И сегодня Никите 11 месяцев, и сегодня Никита первый раз будет купаться в море. Да. И все это 18 число. Да, август. Сегодня 18 августа. И я вообще вам еще не рассказала, как мы здесь оказались, ну, в плане, к кому мы приехали, почему мы сюда именно приехали. Я уже расскажу об этом дома. И забавный факт, мы были здесь в августе в том году. Ровно как, год назад. Да, ровно год назад, когда я была еще беременна Никитой. Дэн, ты когда был на море в первый раз? Лет 16, наверное. 16 лет? Да. Куда ты приехал? 16 лет? Геленджик? 50, да. Первый раз Дэн был в Геленджике в 16 лет, а я в год была, наверное, в Ялте или в Алуште. То есть тоже где-то вот в Крыму мы отдыхали. Мы с собой взяли коврик Никитин детский. Вообще брали для других целей, но подумали, почему бы на пляже его не подстелить. Будет мягко и удобно. Вот мы расположились вот здесь, под навесом. Здесь у нас море. И куча песка для Никиты. Я взяла ему вот эти вот игрушки в песок играть. Только их взяла, потому что я думаю, ему больше ничего не нужно. Он вообще обожает в песке у нас играть. У него, я уже показывала неоднократно, вот такой крем. Но он у нас закончился только что. И с собой я взяла ему, значит, два подгузника, кепка, это прям кофточка легкая, муслиновая, на плечи накрыть, майку, салфеточки, так, футболку, куча трусов. Он у нас будет в плавках вот таких веселеньких, еще вот такие плавки есть, а потом уже, выходя из моря, будем одевать такие трусики. И нам дали для Никиты вот такие тапочки, это фирма Happy Baby, кстати. Они ему большие по стопе, но сюда нога уже отлично влазит. Вот, так что будем одевать ему, обувать. И дали нам на рукавнички. Никитке сейчас будет первое в его жизни море. Море в Анапе. Сын, я хотела, чтобы это была Турция. В 11 месяцев. Ровно в 11 месяцев. Море, море. День на море окончен. Мы весь солнцепёк пробыли на пляже, хоть и в теньке, но прям на организм чувствуется, как это давит, потому что я прям устала, заколебана. Сейчас еще Никиту тащила на руках, Денис коляску вез. У нас, блин, куча вещей, причем наших вещей вообще нет. Это сумка, все для Никиты.
У нас там максимум полотенечко. И там тоже все для Никиты. Короче. А еще с дороги ездил. Еще Дэн поспал на пляже, не знаю, часа полтора, наверное. Какой полтора? Ну, в совокупности часа полтора. Не, конечно. Да? Нет, ну, в общем, поспал часа полтора. Полчаса. Вот. Я Никиту с огромным трудом уложила, потому что там все интересно, все шумное. И он в таких условиях спать не может. Я уже неоднократно это замечала. И я думала, что на пляже будет проще, потому что ты типа на солнце находишься, оно тебя выматывает, потом ты купаешься, тратишь энергию и просто отрубаешься от того, что ты устал. Но нет, он вообще ни в какую, причем он устал, но не отрубался. Вот, и мы сейчас думаем, либо мы покушаем в столовой. Короче, знаете, такой чисто отдых, как вот если вы ездили отдыхать в России с родителями, будучи маленькими, когда вы идете на пляж, потом вы идете куда-нибудь в столовую, в номер или в квартиру, моетесь, отдыхаете, вечером идете, собираетесь красивые, нарядные на набережную, тусите и идете спать. И так у вас повторяется неделя примерно, или 10 дней, у кого-то 2 недели. Вот прям такая ностальгия, потому что с моими родителями я отдыхала именно так. Короче, смотрите, такая тема. Заходим вот сюда. Здесь отдыхают туристы, видимо, которые решили пожить вот в палатках. А здесь куча-куча разных палаток. Видите, вот они все приехали на машинах. Там палатки. Там, вот здесь вот, вон, даже вещи сохнут. Там палатки, там палатки. Короче, тут дохренища палаток на этой территории. Здесь же стирают вещи. Тут же была табличка. Вот это вот, что в той стороне где-то находится туалет и душ. Вон люди там кушают даже, там столики. Вот, и это прям по пути на пляж. Вот по обеим сторонам здесь туристы. Мы сошлись во мнении с Денисом, что отдыхать вот так вот дольше, чем 3 дня, нам бы точно не хотелось, потому что нам намного комфортнее жить где-нибудь в отеле или в квартире. Такой бюджетный вариант отдыха. Приезжаешь просто на машине, ставишь палатку и отдыхаешь прям возле пляжа. Просто вопрос, кто следит за палаткой, когда вы уезжаете, например. Я просто так не отдыхала. Я максимум... Мы отдыхали с Денисом в 21-м году, когда мы поехали за Волгу на одну ночь. Нас просто сожрали комары. Просто сожрали. И, ну, короче, такое себе. Тебе ни туалета нормального, ни душа, ни зубы почистить. Завтрак мы жарили на костре. Ну, короче, никакого энтузиазма повторять у меня больше нет. Хотя это, конечно, прикольно, но с ребенком так точно нет. Я зашла в магазин «Детский мир» купить Никите подгузы, потому что у нас ничего нет. И, может быть, какую-то пюрешку, потому что он, кажется, проголодался. Я, в общем, увидела в сторис у кого-то, что он написал девочку, что подгузники Ману супер тонкие на лето. Я решила попробовать, только я их не вижу здесь. О, нашла! Так, вот они, ультра тонкие трусики, тут 11. Ну вот, элька 58, а стоит 1300. Ну, короче, в целом средняя цена. Я пользовалась ее Касанами, и Джунис, и Лавуларами, и Мэрис. Памперсами не пользовалась, Хаггисами. Ну, в общем, из того, что представлено здесь, в принципе, всем, кроме памперсов, и вот Ману. Так что затестим. Никита взяла вот такой биотворог. Печеньки и кашку перекусить. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. Can't make you happy or not. Праздничный набор Рафаэла и просека. И что вы думаете? Я как бы на ГВ и не пью. А он мне говорит, ну это ж тебе, ты ж такое любишь. И то есть сейчас его выпьет кто-то другой вместо меня, но подарок мне. Насколько это объективно, честно и хороший подарок, напишите в комментариях. Так, давайте я вам вообще расскажу, где мы и как мы здесь оказались, и почему именно здесь, и почему мы в таком огромном доме. Ну, мы отдыхаем не одни, мы приехали в Анапу, в дом к свекру моей сестры. То есть у моей сестры муж, у отца мужа отдыхает вот моя сестра с семьей, и нас приглашают сюда уже не первый год подряд, и мы здесь
в третий раз уже отдыхаем. А я еще здесь отдыхала не в этом месте, а тогда еще была квартира в другом месте. Я отдыхала еще вот без Дениса здесь совершенно одна, тоже с сестрой и вот с их семьей. Получается, что мы здесь как бы прям гости-гости. Не прям супер близкие такие родственники, ну так скажем, потому что да, со свекром моей сестры. Вот, но мы в таких достаточно теплых, хороших отношениях. И вот в прошлом году особенно мы прям очень классно проводили здесь время. И, видимо, с нами понравилось отдыхать, поэтому нас пригласили снова. Катя. О, привет! Че, на чили, на расслабоне? Никита. Серьезно? Что происходит? Да? Где я? Краткая экскурсия по территории. Это двор, полностью крытый, а здесь вход в дом. Вот здесь есть лавочки, а вот здесь вот парковка. Вот здесь детская игровая, коврик, лавочки, столик со стульями, батутик, соответственно. Здесь сушилка, сушатся вещи, лежачки отдохнуть после бассейна. А здесь качалочка. И вот там уже идет сад-огород. Выращиваются персики, виноград, яблоки, груши, по-моему. Я ничего не помню. Заходишь по этой лесенке, и здесь начинается зона летней кухни такой. Какая красивая печка. Вот здесь Денис жарил шашлыки в прошлом году. Вот здесь также можно помыть посуду. Ну и гордость этого места. Вот мне сказали обязательно вам показать. А это собственное производство или нет? Да. Это все собственное производство. А наклеечки откуда? Прочитала, что написано? Ну, джинс, Львовица. Прочитай все от сверху донизу мелким шрифтом. А-а-а, тут прям с фамилией градус крепости, смотрите-ка. Прочитай сверху. Вот сюда заходишь и здесь сауна. Здесь прям такой запах вообще кайфовый. А здесь туалет и вот... Так выглядит сауна. Здесь душевая. Бам-бам. Она такая небольшая, уютненькая. И самый, короче, угар этой сауны. В прошлом году мы здесь сидели. То есть мы отдыхали в сауне, потом сразу бежали в бассейн. И здесь было, не поверите, 110 точно мы сидели градусов. Я беременная на 8-м месяце. Нахрен мне это надо было, я не знаю. Ну, видимо, блин, надо было, короче, сидела в 110 градусах, в 90 тоже, ну, в 90 точно сидела, в 100 точно, 110 не помню, но мне кажется, недолго сидела. И потом мы сразу отсюда выбегали, здесь быстро съедали арбуз и бежали, пью, в бассейн. Так, ну вот сам бассейн, он крытый, в 20-м году, когда мы здесь были, он был еще открытый. Здесь такая достаточно теплая вода. Очень теплая. Был прикол с лестницей. Я бежала и шлепнулась, короче, на этой лестнице. И упала на спину. На 8-м месяце, да, это лестница? Да, на 8-м. Все перепугались, а я не помню. Ну, короче, было очень больно. Зря я бежала. Сейчас опять чуть не упала, просто подскользнулась. Вот вспомнила историю. А это зона первого этажа. Блин. Зона первого этажа, здесь мы кушаем, и здесь находится комната дяди Вовы. А здесь он построил новую комнату, мы туда не будем заходить. А здесь ванная с туалетом тоже его личный, а наш находится на втором этаже. И вот кухня, она в таком а-ля богатом стиле. Никитке притащили сюда столик со стульчиком, но он особо не оценил. Здесь стоит эта конфетница, которую я вам уже показывала. Она просто вся битком набита разными сладостями и печеньями всегда. Здесь стоит такая компотница с кранчиком, что мне тоже очень нравится. А здесь стоит такая камера наблюдения. Видно, что происходит на улице и что происходит во дворе, вот этот двор. Вот, ну и тут диванчик, и вот уже улица. Вот это комната дяди Вовы, но я-то, наверное, уже не пойду. Кухонный гарнитур. Тут мы немножко расположились уже. Наше просекко нас ждет. А, вот, я здесь иногда готовила какие-то кашки, яичницу. Но, в принципе, на кухне рулит дядя Вова. Он всегда готовит все сам. Например, здесь у нас борщ из гуся. А, картошка с котлетками. В общем, плов готовит. Не знаю, блины готовит. Мне кажется, он все готовит.
Он также закатывает варенье, соленье, сад ведет сам. То есть вообще все-все-все в этом доме на дяде Вове. И мне нравится такой огромный холодильник. Две кофемашинки и четкий чайник. Нажимаешь кнопочку, и он тебе типа по температуре. В общем, можно выстроить, какая тебе нужна температура, и он греется до нужен тебе. Кто тут едет? Кто такой большой? И серьезный. Какой серьезный. Никит, куда рулишь? Куда рулишь? Абрикос, граната, киви, винограда 4 сорта, груши, яблоки 3 сорта, слива 2 сорта, вишня посадил, черешни 2. Несколько фактов у дяди Вове. Вот, например, он купил 10 килограмм орехов. Так, покушайте. Просто покушать, да. Ну, тут на 2,5 тысячи. Ну, что тут он? Мешок орехов. Такую штуку первый раз пользовался. Оп, вообще поехала. Оп. И вуаля, орешки. Праздничный ужин в честь годовщины пятилетия. Это просекко, рафаэлло и креветки. Мы же делаем шашлык, колбаса домашняя, пиво стоит. Шашлык, а где шашлык нашел? Нет, шашлык надо, я мясо достала. Нет, кукуруза. Мясо не покупать. Вот, столько креветок, креветки и кукуруза. Товарищ блогер. Да, я. Что вы хотите? Хватит уже все сдавать и всем стучать. Мы сегодня приехали на пляж, но уже втроем. С Никитой, с Денисом, и мы легли под какой-то навес, как вчера, в принципе, но он остался там дальше, а этот навес, мы так и не поняли, чей он якобы чей-то, но мы сюда легли, к нам никто не подошел. А здесь вот есть переодевалки, сами навесы и лавочки. Мы хотели лечь там же, но там сегодня детский лагерь. Вот, тусуется, короче, дофига людей. Вообще выглядит красиво, на самом деле, если не знать, что это Анапа, очень даже... Красивый вид песка, воды. Очень чистая вода, не считая небольшой травы. Вот. У Никиты, кстати, игрушки. Давай ему дадим. Вот сейчас Никитос будет играть в песочнице. Я ему взяла из дома набор, который ношу с собой в коляске обычно в Москве. Никита! Никитка! Никита! Смотри, давай на солнышке не будем здесь. Иди играй. Вот. А мы кушаем кукурузку, которую дома уже заранее сварили. И взяли яблочки, груши на перекус. Также Никиту покормить. И Никите вчерашние печеньки. Я Никите потом. Чё? У него весь лоб в песке. У Никиты, кстати, прикол есть. Он, когда начинает психовать, он ложится звездочкой на пол. А здесь песок. И он ложится головой в песок. И у него все лицо потом так вот в песке. Это у нас уже несколько раз была такая история. Смотри, у него на глазах даже. Uh-huh. И вот тереть. И это вообще, то есть он мокрый, он в креме, и у него все липнет, конечно же, к лицу. Но когда он звездочкой плюхается на песок, вот такая вот история получается. Но обычно у него все лицо в песке. Я ему потом дам кочерыжку, я немножко ему оставлю здесь зернышек, и он будет сам грызть, потому что пока целый у него не очень получается. Не очень понимаю, что надо делать. А вот остатки с кочерыжками нормальные. Облака на юг, пальмы над головою, веяли, как в раю. Лайфхак, как кормить такими пюрешками, если нет ложки. И, в принципе, если, например, овощные, я не даю с ложки, я даю через трубочку. Я беру с собой сок на пляж и от сока отрываю такую трубочку и так вот кормлю. Потом еще можно и сок дать. Но если трубочка будет побольше, Никит, ой, фу, Денис полез. Если трубочка будет побольше, будет еще удобнее.
Он выпил больше половины. Все, не хочет. Наелся. Иди. Иди, колись, играй. Так что вот, запоминайте лайфхак. Нет, нет, дай трубочку, отдай. Все, иди. Пока мы были на пляже, Денис предложил погонять на ватрушке. Мы когда туда подошли, во-первых, он начал торговаться, пытаться. Но там какие-то такие молодые очень парни, сколько, я не знаю, им было лет. Наверное, не больше 20, если 20 вообще было, да? И дерзкий был паренек, типа, нет, нет, скидки не делаем, ничего, нет. В общем, и Дэн начал договариваться, чтобы нам сделали скидку, потому что мы хотели взять патрушку, водные лыжи и на гидроцикл. Типа три транспорта берем, и чтобы нам дали скидку. Все выходило за 6 тысяч, он хотел за 5. В итоге нас послали, но ватрушка стоит 700 рублей с человека, нам сделали ее за 500. С условием, что мы потом берем что-то еще. И Денис решил поехать на водных лыжах, потому что сказали, что если вы умеете кататься на водных лыжах, то в теории вы должны... Нет, если вы умеете на горных лыжах кататься. На горных лыжах, если вы умеете кататься, то в теории должно получиться и на водных. Вот, поэтому он решил поплыть. Вот, мы сначала сходили на ватрушку по 500 рублей, это 1000. И нам сказали, типа, будет медленно. Типа, делаете вот так, будет быстрее, ну, поедет быстрее. Если слишком быстро, делаете вот так, он поедет медленнее. Ну, мы вообще не пользовались этими знаками. И... Мы просто кричали, да? Мы просто орали, ну, я орала, Дэн ржал надо мной, мне кажется, больше. Мы когда, в общем, катались, так сильно держались за эту ватрушку, у меня до сих пор руки вот здесь, что это, бицуха, так болит вообще, в таком напряжении, я телефон все снесу, а меня колбасит. А в конце, когда мы уже катались, уже подъезжали так ближе к берегу, над Дэном, ну, Дэну говорю, чтобы как бы поприкалываться, а если ему сказать, чтобы он быстрее, типа, повез, как будет, еще быстрее, типа, неужели можно, ну, еще быстрее, и так, потому что и так было очень. И в этот же момент он начал прям топить, и в итоге было еще быстрее, как будто бы у нас, короче, услышал. В общем, мы поржали, классно покатались, а потом Денис пошел на водные лыжи, и это было забавно. Он никак не мог встать, потому что там он делал неправильно, расскажу вам, вдруг вы захотите покататься. Он поднимал ноги вот так, и нужно было их сильно вот зафиксить, чтобы встать. Но вот, когда делаешь их прям ровно, они создают сопротивление воде, и нужно немножко ноги наклонить вот так, чтобы как бы тебя вода выталкивала, и вот так вот ты встал, ну, на эту воду. И когда ему это объяснили уже, у него наконец-то получилось встать, он встал. И проехал так прилично, мы ехали-ехали. Мне разрешили сесть назад водному мотоциклу, чтобы я поснимала Дениса, поэтому я прям сзади сидела него и все снимала. Водный мотоцикл стоил 3000, а водные лыжи уже 1500. Короче, прикольно покатались, нафоткались, наснимались. Мы вообще очень любим такой вид отдыха. Вот именно, чтобы не то, что на какие-то экскурсии ездить. Я вообще не люблю экскурсии, если честно. Вот для меня отдых — это когда ты такой тюленем лежишь, пьешь мохито, смотришь, не знаю, на море. Ну, короче, отдыхаешь прям, ничего не делаешь. И иногда там берешь какой-нибудь водный мотоцикл или что-то в этом роде и гуляешь по вечерам на набережной. Так... Сегодня мы все-таки решили сходить в эту столовую. Посмотрим, что там. Благодарю. Ага, капец. Выглядит это вот так. Икеевский стульчик по классике. А еще вот такой здесь есть стульчик. Так, мы взяли в столовой мне оливье, котлеты с ананасом с пюре, гороховый суп, кусок хлеба и один кусок хлеба Никите. Денис борщ, капуста, пюре с котлетой и два куска хлеба с компотом. Алло. Я взяла еще себе чудо. Себе. Не Никите. Кстати, оказывается, больше детских стульчиков, что, в принципе, логично, потому что здесь же отдых с детьми в основном. Мы простояли в очереди минут 25. В общем, сейчас поедем домой, а все это вышло у нас на 1000 рублей. На 1000. Мы поели, было безумно вкусно, было все вкусно, кроме моей котлеты. Почему-то она была пересушенная, но у Дениса была вкусная котлета. И оказывается, такая очередь была, потому что у них здесь работает столовая по режиму. И мы успели вовремя, то есть мы даже этого не знали, и поэтому очередь была такая. Там режим есть завтрак, обед и ужин, и мы попали на обед. И мы как раз поели, и они закрылись. Вот, так что... И столовую... позвали нас на ужин. И позвали нас на ужин, и пожелали хорошего отдыха. В общем,
Кафе могу рекомендовать. Находится на Пионерском пляже возле автокемпинга. Прямо на парковке. Ну, и тут и парковка есть. И парковка есть. 100 рублей в час. Я думаю, в общем, вы найдете столовую, то я скажи, она что здесь. До 400 рублей только платишь, и все, там уже. В общем, парковка стоит 100 рублей в час, и максимум 400 рублей выходит. То есть, если вы стоите дольше, то вы просто платите 400 рублей. Вот, а мы пошли гулять. Что? 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 Ой, вон какая крутая детская площадка. Что? 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 Говори. Я только слово мама умеет говорить. Давай. Танцевал здесь, пока мы ждали такси, а мы в это время тусили где-то в баре, который находится там, в самом конце. В общем, в этом баре, когда я была на 8-м месте беременности, уже на 8.5, мы тусили 2 дня подряд, примерно с 10 вечера. И в первую ночь, не помню до скольки, может до 2, а вторую ночь мы, вот мы все вместе тусили, вот с ребятами. А на вторую ночь мы пошли чисто с Денисом, и мы тусили до 4 утра, и то потому что в 4 утра я уже начала ныть, я уже говорила, типа, Дэн, ну не все, пойдем уже, сколько можно, я там одна была беременная, я там скакала, прыгала, на меня все так дико смотрели, ну типа, это too much, вот, мы дэнсили под Асти, там играла на тот момент самая популярная песня по барам, и она играла постоянно, наверное, с промежутком в 10 минут. Короче, мы еле ушли оттуда, я его еле оттащила домой, ну прикольно было. Слушай, ты теперь можешь на аттракционах кататься. В смысле? Ты в прошлом году беременной заходила, а сейчас можешь покататься. Потому что в том году было опасно уже на таком сроке кататься, да. Что еще было прикольного? А, на Формула, вот Формула-1. Мы должны были тоже вдвоем пойти катнуть, но что-то потом... А, там были очень длинные очереди, и в итоге были двухместные машинки и одноместные. И двухместные нужно было очень долго ждать, и в итоге я не пошла, пошел Дэн один. Расскажите что-нибудь про ту ночь, когда мы тусили все вместе. Мы офигели, какая Лиза знатная тусерша на 8-м месяце беременности, по-моему. Зажигала вообще, как ни на каком месяце беременности. Вам-то понравилось? Прикольно было? Мы, да. Короче, с Денисом каждый раз вытаскиваем этих двоих на какие-нибудь... Прикольное видео, Лиза вставит его компромат. Здесь. Что за видео? В общем, мы с Денисом этих двоих постоянно куда-то выводим этих на тусы. Двоих, да? Этих двоих. Может, эти двое вас куда-то выводят? Нет, мы разбавляем вашу жизнь своим красочным присутствием в ней. Поэтому вы нас зовете сюда уже 3-й раз. Вот это место, мы почти подошли к нему. Но мы сейчас сходим под, с племяшкой на Crazy Dance. Это карусель, которая крутится так боком. А потом я вам покажу, что это за место. Да пойдем, пойдем. Только ты угощаешь же, да? Да. Давай. Здесь принимают только наличку, поэтому Дэн выгребает все остатки, которые у него есть. Слышь, мартышка. Тусила беременная до 4 утра. Та-дам! Время 8:30. Сейчас это милое, скромное кафе-ресторан. Но после 10 вечера он превращается в ресторан-клуб. А, в общем, от души вам рекомендую Ласковый берег 1. Здесь в чем прикол? На противоположной стороне Ласковый берег
просто. Это для стариков, а это такая... Там, короче, музыка, ну так себе. А вот здесь вообще топ of the top. А, вот вход на пляж. Вот, и он прям находится здесь. И смотрите, между прочим, там коляски еще стоят. То есть там люди с детьми отдыхают сейчас. Вот так это примерно выглядит. Вот, ну после 10 вечера здесь начинается дэнс. Офигеть, тут есть детская комната. Мы хотели зайти в Ласковый берег посидеть, но в итоге мы прошлись дальше и увидели атмосферную кафешку. Давай, Стась. Здесь просто пицца, гиросы, напитки, и мы остались здесь. Я там была детская комната, что очень удобно, но там очень-очень громко все. А Никита не спит уже 4,5 часа, и я думаю, мы сейчас покушаем и медленно пойдем обратно. Он заснет, и уже в машине заснет в ночь, и я его просто дома переложу. Вообще бодренько держится, молодцом. Да. Так что сиди в нашей компашке. Ах, красота. 2023. Ура! Так, ребят, смотрите, мы взяли пиццу 30 сантиметров, две штуки, одна еще готовится, маргарита и мясная, две картошки фри, два соуса и раз, два, три, четыре, пять лимонадов. И все это вышло на 2600 с копейками. Ценник космос. И que de mí yo sigo aquí. Yo también quiero ser feliz. Так, ребят, смотрите, наконец-то никого нету. Здесь обычно всегда есть люди, поэтому я вам никак не показала рум-тур. Это такая промежуточная комната между комнатой моей сестры и комнатой, в которой спим мы. Ну и выходом, соответственно, на первый этаж и другие комнаты. А здесь просто такой чил-лаунж-зона с кондёром, потому что в комнатах их нет. А в этой комнате мы спали в прошлом году, потому что мы приезжали с нашим папой. И папа спал в комнате, в которой спим мы, а в этой спали мы. А сестра спала уже в другой, тут еще есть комната. А в это самое зеркало я... Извините меня за мой внешний вид и голос, я только недавно проснулась. А в это зеркало я делала свои фото, чтобы скрыть, что я беременна. Свои такие, типа, инстаграмные фото, потому что я нигде этим не делилась и не рассказывала. И делала также просто обычные беременные фото. Я вам покажу и те. Напишите мне как раз, видно ли, что я беременна на этих фотографиях, потому что я ими очень гордилась и выкладывала их в соцсети. Никто мне ничего не писал, никто даже не подозревал. А также вот в это зеркало я делала свои разные фото в купальнике, всякие там в платьишках, типа а-ля ничего не видно. Вот и здесь балкон, который начинается с вот этой стороны. И он идет до нашей комнаты. Он очень такой здоровый. Здесь вот выход уже на нашу территорию, вон бассейн. Вот такой вот большой-большой балкон. Здесь мы сушим вещи. И здесь вот вторая дверь. Это выход вот в эту общую комнату с кондёром. И вот окно в нашу комнату. Вот, то есть три комнаты охватывает этот большой балкон с прелестным видом на Анапу. Шикарная погода, но очень ветреная. Надеюсь, меня сейчас слышно было. Так, Никитка, кто один у меня? Ку-ку! Привет! Привет! Пойдем. Пойдем покажем детскую. Пойдем? Мальчик у меня ручной сегодня. В общем, мы сейчас проходим в комнату, в которой спит муж у моей сестры. Я не буду ее показывать. А сейчас мы находимся в детской. Здесь... Никита увидел игрушки и прям с руки этот свалился. Офигеть. Это детская комната. Здесь уже спит Дима с Алисой. Это их кровати. И здесь, в общем... рай для Никиты, куча игрушек. Но мы, в принципе, здесь бываем очень редко, потому что, ну, как-то, не знаю, не наша комната, не Никитина. И поэтому заходим чисто немножко поиграть иногда и уходим сразу. Вот, ну, удобно, что вам сказать. Можно. Мы с собой привезли маленький рюкзачок с игрушками, вообще больше ничего не брали. Вот. Ему понравился настольный футбол, кстати.
Это, короче, кроксы у Алисы, 24 размер. Я их уже заприметила Никите на будущее, если нам их дадут. Вот, прикольно. Вообще, у Никиты сейчас 21 размер, ну, то есть, если брать на вырост следующим летом, я думаю, у него будет 23-24 как раз. Ну, так, по моей логике, что в год у ребенка растет нога примерно на 1-2 сантиметра. Давай, давай, Никита, давай! Давай, давай! Где твой мячик? Мячик уже потеряли, да? Вчера был. Потеряли мячик уже. Мне тут сказали, что от анапской молочки очень сильно сыпет лицо. Ну что вы думаете? У меня пошли прыщи просто по всему лицу. У меня тут еще немножко тоналки на подбородке с вчерашнего вечера. Это просто трэш. Какая я теперь красивая. Вообще хотела поделиться с вами. Ко мне вчера в Анапе, когда мы с Никитой ходили за ручку возле кафе, пока ждали заказ, подошла подписчица с мужем. У них маленький ребенок, 4 месяца. И я была в таком шоке. Как бы поправочка, ко мне уже подходили. Ко мне уже подходили раза 3 в Москве, в нашем вот поселке. Да. И просто из-за того, что ко мне подошли в Анапе, абсолютно, знаете, то место, которое я, во-первых, не афишировала еще нигде, что я в Анапе, не рассказывала, что я сюда еду. То есть понять, что это мы, как-то узнать, это же вообще, блин, ну 100% попадание должно быть. Она просто подходит ко мне и говорит: «Здравствуйте, вы Лиза?» Ну или как-то так. Я так офигела, я говорю: «Да, Лиза». Но знаете, что самое смешное? Она мне сказала, что меня узнала по Никите. То есть, как бы, я как личность особо не запомнилась, а вот Никитос, все, у нас теперь звезда, его узнают. Ну, в общем, мы так особо не пообщались, потому что, во-первых, я была с ребятами, они поняли, что я, видимо, засмущалась, и они ушли. Блин, ну так приятно, ребят, ну, мой сын. За вот этим столиком, а в этом году мы сидим в соседней игровой комнате, которую в прошлом году мы даже не видели, даже не обращали на нее внимания. Она оказалась такой актуальной, и вон Никитенок нашел себе занятие. Он, правда, жутко устал, он не спит уже 3,5 часа, и до этого он плохо поспал, не выспал свою норму. То есть он суммарно за день проспал час примерно, ну это очень мало. Вот, и, ну, блин, знаете, очень хочется посидеть в месте, которое тебе так понравилось спустя год, немножко жертвой комфорта Никиты, жертвой его сном, но он выспится, например, завтра на дневном сне или сегодня проспит более долгую ночь. То есть компенсирует в любом случае, а мы немножко проведем время, ну, так, как хотим этого мы. Немножко эгоистично, но
Это разовая акция, мы обычно так не делаем, поэтому можем себе позволить немножко. Ну и он, как бы, ему интересно держится. Если уже будет совсем ему в тягость, конечно, я его уложу, пойду. Где-нибудь можно его положить здесь спать, где потише, либо мы просто поедем домой. Здесь, смотрите, есть даже, господи, забыла, как это называется, ксилофон, только от него почему-то палочка потеряна. И здесь, видимо, тоже что-то было. Какие-то вот такие интересные вещички. Есть конструктор, бассейн с шариками. Вот здесь разные интересные развивашки, тоже как раз для Никиты самое то. И есть ростометр. А там для деток чуть постарше, для девчонок, видимо, кухня и всякие фрукты, овощи. Вот, здесь был мешок с игрушками, машинки. Ну, в общем, все это теперь валяется. Вот. Ну, вообще очень классно все равно. Но мне кажется, что очень грязно, судя по полу. Он такой себе, на чистоту. А уже здесь открытое пространство. А, ну и мультики. В этот раз мы сели где-то вон там, вот так, за баром далеко. Эй, хомячите! Тем же составом. Так, это том-ям у Дениса, пюре картофельное Никите и мой Цезарь. Еще будут две пиццы, и ребята что-то там взяли. Ну, с мохито. Никита уже зелени начал. Пусть что хочет делает. Да, Никита, твоя пюрешка. Вот и наша пицца. Капец какой острый. Прям вот чересчур. Филадельфия тоже никакая. Филадельфия тоже не вкусная. Но пицца вкусная. И мохито переслащённый чуть-чуть. Но как бы раньше, может быть, на это внимание не обращали. Просто прикольно проводили время, танцевали. А сейчас в приоритете было посидеть, вкусно покушать. И у нас этого не очень получилось. Но зато мы послушали живую музыку хорошую. Немножко, да, жалко. У Никиты очень сильно сбился режим, и, в принципе, мы могли бы там до 10 спокойно сидеть, он бы только захотел в 10 спать, и до 11 в теории мы могли бы посидеть. А он уже с 7 вечера еле-еле как, уже время 10, ну, короче, 3 часа, просто стойко выдерживает, молодец. Эй, отдыхающий, привет! Ты выспался? Выспался, да? Да хорошо здесь спать, да, на море, скажи? Ой, как хорошо. Да, это мишка твой, мою. Что ты убегаешь-то от меня? Опа! На фоне этой милейшей картины, как Никита играет с Аськой, хочу поделиться с вами своими мыслями. Ася! 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 Ай-яй!
Возможно, вы слышали, так говорят, что в путешествиях ребенок развивается быстрее. Море или горы, происходят какие-то новые события, которые не происходят в доме, когда вы сидите в квартире или там выходите погулять в парк и снова идете в квартиру. То есть такая рутинная получается связь у ребенка. И вот именно в путешествиях, когда он видит самолеты, поезда, новых зверей, жуков, новые локации, лица, эмоции, пробует новую еду и все в этом роде, у него мозг взрывается от новой информации, происходит такой сильный скачок роста. Именно в этот скачок роста, который может быть, кстати, даже не сильно заметен для, например, родителей, ребенок может быть не капризным, но у него появляются новые навыки или вообще, в принципе, он становится, вот кажется, что он становится взрослее. И вы можете заметить, что если ваш ребенок, например, только начинает делать попытки ползти или, наоборот, ходить или какие-то другие умелки, например, он находится на каком-то новом этапе развития, то именно в путешествии с вероятностью в 99% эту умелку он разовьет очень-очень быстро, прям стремительно. На нашем же примере мы впервые на море, где можно постоянно играть в песке, плескаться в море, на волнах, в бассейне, изучать камни на пляже, изучать ракушки, пробовать их на вкус, находиться здесь в доме, на территории, где тоже есть различные батуты, животные. Ну, то есть очень много всего для него интересного. Как только мы приехали, наверное, уже на следующий же день Никита просто начал ходить из угла в угол, не за руки, он просто вставал у опоры и шел, отрывался. Он так, в принципе, особо, ну, так вот смело не делал этого еще в Москве, а здесь он прям начал ходить, потом через день он уже начал отрываться от наших рук, пытаться идти. И вот прошло 5 дней, он научился сам вставать с пола, то есть теперь он встает с пола и может идти. Этот момент, когда он научился прям вставать с пола, произошел так внезапно, так вот резко. Мне кажется, что это могло бы быть, в принципе, связано с тем, что, опять же, мы в путешествии. Здесь прям у него еще наглядный пример. Здесь постоянно с ним рядом моя племянница Алиса, которая с ним играет. Она, соответственно, ходит, бегает, в игрушки с ним играет. Ну, какая-то движуха. Я думаю, что это тоже способствует тому, что он на нее смотрит, от этого развивается. Второй его неожиданный навык – это он научился залазить на поверхности. То есть он умел спускаться с них, умел забираться на лестницу ползком, а теперь он еще научился забираться на кровать. И вот он отточил эти навыки, спускаться, подниматься, и теперь, когда он видит лестницы, а у нас в доме крутая лестница, которую я вам показывала, он по ней постоянно туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И он прям ревет, заливается в истерике, если его туда не пустить. Приходится постоянно водить его за руку, и он прям подходит к тебе, берет тебя за палец, хватает, чтобы ты его тащил к этой лестнице и туда-сюда с ним ходил. Короче, теперь у меня миссия номер 2 — научить его спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила и без ущерба. Ну, в общем, теперь это прям боль. Гляньте, что делает, да? Собирается залезть в бассейн. Чувствую, что сейчас придется идти купаться, потому что мы сегодня на море не поехали, у Дениса очень много работы. В кругу, который я ему купила, он не купается. Ему нужно купаться только на ручках. На, гляньте. Что, купаться пойдем? Пойдем покушаем и купаться пойдем. Давай. Спускайся. Покажи, как ты ходишь. Иди. Отпусти меня. Иди, иди, иди. В общем, я однозначно считаю, что путешествия на ребенка влияют благополучно. И этот человечек просто за несколько дней такой скачок в росте произвел, потопал. До сих пор меня иногда кроет от мысли, что он такой взрослый когда-то будет. Что с ним можно будет разговаривать о чем-то, что-то вместе делать. Вообще шок. Шок. Еще он раньше говорил постоянно: мам, 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 мам. Мам, вот так вот. А теперь он прям научился говорить: мама! И прям орёт из другой комнаты: мама! Мама! Если меня нету, мама! 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 Он постоянно меня зовет, ищет меня. Короче, это так забавно. Вот я его так учу, чтобы он держался за перила и спускался. Ножкой давай!
Ножку вниз, держись за перилку. Молодец. Держись и ножку вниз. Ножку вниз, держись. Ножку. Не хочешь? Сейчас такой произошел угар. Короче, Никита спал свой первый дневной сон. Полтора часа. Я в это время сидела вот здесь вот, на диванчике, прямо за окном. Окно открыто, и все слышно, что происходит. Но у меня стояла наша камера вот, с мониторчиком. Я забыла включить звук на ней. Я сижу, там отсвечивает солнце, но я вижу, бликует голова, как будто бы кто-то прошел под камерой. Я подумала, что Никита проснулся, звук я включить забыла. Он его взял и вышел, потому что я смотрю, что в комнате никого нет. Но при этом я не слышу больше никаких звуков, потому что вот я сидела здесь, а Денис прям за этой стенкой, ну там метр от меня. Я не слышу никаких звуков, ни Никиты, ни Дениса, ни шагов, ни двери. И я понимаю, что, кажется, Никита встал и просто спустился с кровати. И я захожу, так и произошло, я просто захожу в комнату, а он стоит уже здесь и ковыряется в розетке. Он, это его любимое место, его любимая игрушка просто, ковыряться в розетках. Без слез проснулся, молча спустился с кровати и пошел делать какие-то свои дела. Хулиган, хватит уже ковыряться в розетках. Ну-ну! Окей, Никита! Дай сюда! Нельзя! Это не игрушка! Не игрушка! Я тебе палочку дала! На палочку! Молодец! Молодец. Молодец. Такой молодец. Алиса пришла. Эта парочка вообще просто идеальная. Они как реальные родные брат с сестрой. Они очень похожи по темпераменту, мне кажется. И по движухе. Через 6 дней у Алисы 1 сентября. И она у нас будет нести колокольчик на 11-классники. Вот звенеть. Такая честь. Мать договорилась. Знаешь, какой-то приоритет, какая-то какой? Честь, какая-то гордость. Потом все одноклассники будут помнить это. Хорошо на море, да? Это мы с Дэном решили сделать фотосессию Никите и его 11 месяцам. А, написали здесь на песке, но вообще видно очень плохо. Все как-то некрасиво. У нас сегодня завершающий день отдыха, об этом я узнала только сегодня утром, я почему-то запуталась в датах. Мы были на пляже, и сейчас мы идем покушать в другую столовую, она находится на территории какого-то закрытого частного пансионата, санатория. И нам разрешили прокануться прямо возле шлагбаума. Так вот, нас пустили встать возле шлагбаума и пропустили на территорию этого отеля, чтобы мы зашли в столовую, которая находится именно здесь, для тех, кто здесь живет. Вот. Нас очень так легко, спокойно пропустил дядечка, видимо, увидел, что мы с маленьким ребенком, решил нас пожалеть. И здесь прям находится бассейн. То есть, по факту, бери купальник, иди купайся. Ну, никто тебе ничего не скажет. Та-да-дам! О, тут даже есть для Никитки пюрешки. Там, где мы ходили, там было очень дорого, а здесь прям ничего не плохо, и даже вон есть пюрешка. Не знаю, сколько она стоит. Тут даже есть всякие... О, кленовый пекан. Господи ты, боже мой. Есть всякие прикольные снеки, печеньки, пасты. Чем мы сюда раньше не ходили? Ну, на закончилось. Витрина с тортиком.
как, короче, если это будет еще все вкусно, я вам порекомендую это место. По классике тут есть киевский стульчик для Никитки. Так, это мой поднос. Я взяла себе гороховый суп, компот, гуляш с пюре, морковку и кексик. Хлеб это мне Денис положил. Два кексика. Михайловы на обеде. Мы как всегда набрали 1100. В общем, деньги у нас уходят. Итак, оценка блюд. Вкусный борщ? Там вкуснее. Борщ там вкуснее. Я там брала гороховый суп, здесь я тоже взяла гороховый суп. Суп вкусный. Пюре там вкуснее, но съедобно. Ну, в целом пойдет. Обычная такая столовская еда. Не на 5 звезд. Так, мы покушали. А вердикт был изначально ошибочный. Невкусно. Не рекомендую. Прям... Все прям было невкусно. Хотя поначалу казалось, что вроде более-менее, но за ту же стоимость было вкуснее в той столовой, где мы обычно кушали. Ну, Никите все равно, ему что не дай, ему все нормально. К сожалению, здесь не каждый день кушали вне дома, поэтому у нас сколько? Две столовые, которые одну рекомендуем, вторую не рекомендуем. Больше ничего про заведение Анапа сказать не могу. Ну, не считая Ласкового берега, ее я тоже кухню там не рекомендую. А если чисто по денсити послушать музыку живую, попить мохито, прихватите с собой водички, разбавьте его, потому что он слишком сладкий. Можно сидеть, наслаждаться музыкой. Вот. А если говорить про предыдущий год, то мы здесь были еще в месте, Бора-Бора называется. Мы там отмечали день рождения детей. Там как аквапарк, горки для взрослых, для детей, много бассейнов. Такой, в общем, комплекс очень классный. И вот туда можно сходить отметить день рождения или просто провести там целый день. Там достаточно дороговато именно покушать, но вот интересные бассейны, интересное место само по себе. Найду вот для вас координаты, вставлю вот сюда. Какие у нас впечатления про отдых с ребенком? Вот зависит вообще многое от темперамента ребенка. Если он такой более-менее спокойный, или как бы там соу-соу бывает по-разному, то можно очень комфортно отдыхать, особенно если вы, ну как мама, не бегаете с ребенком одна, а если есть хорошая поддержка в качестве вот мужа. Вот мой муж молодец, он на пляже с Никитой постоянно, я и поплавать могла, и позагорать могла. И на набережной тоже с Никитой, он с коляску катит, с ней ножками ходит. Ну, то есть у меня прям, я могу расслабиться и отдохнуть в этом плане. Единственное, я с Никитой постоянно дома, ну, в процентов 80, потому что Денис там дома работает. Так по утрам, 2 дня подряд. Ну вот, по утрам вставал. Ну, как бы в целом, если день брать, то когда ты работаешь, вот я дома с Никитой, а уже на пляже, на выходе Денис с Никитой. И мы так классно... взаимозаменяем друг друга, наверное. Ну, с моей стороны классно, а тебе как, не знаю. Тебе, надеюсь, тоже нормально. Ну, в общем, отдыхать можно. А если уж совсем, наверное, шилопопы такие, что прям вот ну, никак на месте не сидят, то может быть сложнее. Но у нас Никита, он спокойно сидит в песке, играется с игрушками какими-то. У нас там во дворе собака бегает, он с собакой играет, на батуте там ему интересно. Ну, то есть, в принципе, есть места, в которые можно... Он, кстати, заснул только что. В принципе, есть места, которые ему интересны, мы можем его там оставить, для него это все новое, да. Есть свободные руки здесь лишние, мы, конечно, не скидываем Никиту ни на кого, мы с ним в 90-95 даже процентах мы сами с ним проводим время. Прям иногда-иногда мы спихиваем на племянницу, на Алису, чтобы она с ним посидела, потому что она с ним вот прям любит играть. Вот так мы, в принципе, с Никитой, вдвоем с Денисом справляемся, и можно спокойно отдыхать. Единственный, как бы, минус – это то, что уже не как раньше, вот мы не можем вдвоем пойти поплавать, например. Мы сегодня на водном мотоцикле плавали. Но вот если нет помощи, то есть если бы мы отдыхали бы втроем, мы бы точно не смогли бы ни на мотоцикле покататься, мы сегодня, да, катались на водном мотоцикле, ни на ватрушке. Не выйти, не знаю, куда это. Ну, а так в целом иногда у нас такая возможность есть. Так что круто, когда есть лишние свободные руки,
здорово, если это еще какая-нибудь бабушка или няня, которые прям будут полноценно включены и помогают, потому что в любом случае у Марины свои дети, и она с ними сидит и скидывает на нее постоянно Никиту на том же пляже. Это тоже не очень честно. Вот. Так что вот такие выводы. Отдыхать можно с ребенком, так же, как раньше, полноценно, за исключением некоторых минусов. Но опять же зависит от темперамента ребенка. А завтра мы уже уезжаем домой. Сейчас посмотрела по времени. Никита не спал 5 часов 5 минут. И вот он у нас вырубился. Все его дневные сны в 80% они происходили в машине. Он у нас несколько раз спал первый дневной сон дома по полтора, вчера вообще 2 часа, 2:10 даже. Так, в принципе, он спал либо в коляске на пляже, либо в машине постоянно. Мы либо на пляж едем, либо с пляжа. У него как раз подходит время сна. Ну, либо он перегуливает, но он так комфортно уходит в сон, без истерик. Вот. Вот сейчас он спит, у него тут, смотрите, еще он у нас шлепнулся, ударился подбородком об асфальт и коленкой. Он у нас вот пошел, и вот в один из таких дней на набережной он нашлепнулся и получил свою одну из первых таких серьезных детских травм. Такая была кровавая шершавая коленка, как у всех бывает в детстве. Утро перед отъездом начинается у нас в 6:40. Здесь, несмотря на то, что у Никиты достаточно активный образ жизни, он прям много гуляет, он много плавает, ходит, болтает. Режим у него непредсказуемый. При этом его дневные сны могут составлять 2 часа, иногда могут и 30 минут, если они выпадут, например, на дорогу, и ровно вот в 30 минут или 40 мы, например, остановились, у нас такое было. А один раз, чтобы продлить сон, мы приехали минут в 36 домой, он проснулся, мы пошикали, он заснул, и еще 40 минут мы спали все вместе с ним в машине, Денис вырубился, я и Никита спал, мы прямо вот досыпали возле дома в машине. Ну, в общем, я к чему? Время 6:40. Мы планировали доехать до Краснодара на его первый дневной сон. Там потусить часик-два, покушать как раз, чтобы Никита немножко погулял. Но планы были такие, с учетом того, чтобы он встал примерно хотя бы как обычно. Это в 7:30. Ну, кстати, где-то в 7:30 у нас в основном вставал. Было, по-моему, только один раз он вставал в 6:45. Вот. И получается, что его дневной сон сегодня будет супер рано. Например, часов в 9. Хотя я уже пыталась его уложить еще раньше, в 8:30. Но он что-то никак не заснул, хотя зевал, ворочался. Вот. И Денис все еще спит. Ну, потому что ему ехать всю ночь дорогой, весь день. И у нас, в общем, не состыковка получается. Мы не успеваем выехать на его первый сон. В Краснодар, скорее всего, мы тоже уже не поедем. Но просто как действовать, непонятно. Потому что мне хотелось, чтобы он в дороге по большей части спал. А теперь так не получится, потому что и режим у него пошел. В общем, я не знаю, когда мы выезжаем, но сейчас скоро Денис проснется. Будем решать. Возможно, на второй его теперь сон мы выйдем. Мы заехали в парк Гальцкого. Мы были в дороге 4 часа, и вот мы наконец-то здесь. Вообще красивый парк. Ну, пока что. Пока что все, что я видела, это вот это. А я, как обычно, в своем сельско-колхозном луке. У меня грязная футболка после дороги. Я не нашла носки для кроссовок. Дэн тоже выглядит так себе. В смысле? Я еще в Анапе подготовился одеться нормально, чтобы в парке погулять. Так себе, где? Так ты себе. Ты сказал, что типа, ну что-то надо прям другое одеть, сказал, мне нормально. То есть а ты там сначала нет, вообще не короче, так. Короче, тоже так сидел. Нет, вообще не так. Так сидел. Что? В общем, дорога выдалась более-менее нормальная. Никита вел себя хорошо, но он уже устал. И мы только выехали, он почти сразу же заснул. Вообще, сегодня так получилось, что когда я сняла вот эту вот часть из дома, он потом заснул. Мы не успели выехать на его первый сон. И он проспал 2,5 часа. Прям нонсенс, шок-контент. И потом через час-полтора где-то, когда мы уже выехали, он снова заснул в машине еще на 1,5 часа. Вот. Это прям очень много.
И вот мы доехали до Краснодара достаточно спокойно. Мы остановились на заправке, покушали. Сейчас мы прогуляемся здесь. Мы хотели поужинать, и мне кажется, мы уже сытые. Вот и поедем дальше на Москву. И я наконец-то посижу за рулем. Сменю Дэна, как он попросил меня. На час, на два. Надо сфоткаться здесь, Дэн. Блин, как красиво, мне так нравится. Сейчас еще видишь, ты подсветку включишься. Так, мы переиграли ситуацию, мы вернулись в машину, чтобы взять теплые вещи Никите. Одели его в кофточку и штаны, хотя на улице плюс 28, но немножко прохладно. И я первое, что увидела, это кофту сверху, переобула свои колхозные тапочки. Вот, выглядит чуть лучше. Дэн сказал, что нормально. Да, нормально. Идем гулять. У нас с Никиткой family look. Случайно получилось. У него из детского мира, а у меня из Глоринда. У меня светлее. Дэн говорит, что мне такую не купила. Очень зеленый парк. Очень много зелени, красивых, необычных деревьев, как Денис сказал, нестандартных. Вот спортивный стадион. Красиво. Мне прям, знаете, очень нравится. Я, видимо, с возрастом стала человеком, который любит всю эту природу, красоту. Я раньше не обращала на такое внимание, но если бы у нас был такой парк в Москве с домом, вообще был бы офигенно. Я бы отсюда не вылазила. Никите подарили цветочки. Его первые в жизни. Немного в шоке. Какая-то гигантская очередь в это место. И здесь вот типа а-ля искусство с перевернутыми головами. И с перевернутыми людьми. Как думаешь, о чем это? Не могу понять. Ну, вообще это то ли с мечами они, то ли с... Что-то я не догнала, если честно. Это выглядит вот так. Просто круг. И вокруг этого круга вот эти вот типа скульптуры. Вообще непонятно даже, из чего они сделаны. А из чего они, Дэн, сделаны? Какая-то сетка. Типа строительные сетки. Вообще это похоже то ли на какой-то спорт. Как будто бы они на каком-то стадионе болеют за кого-то. То ли... Вот здесь вот они как будто бы что-то ремонтируют. Пойдем почитаем. Цены Краснодара. Парки. Я прочитала описание и не поняла ни слова. Надо, в общем, скачать какое-то приложение, что-то там игра, пластиковая сетка. Мы ничего не поняли. Современное искусство. Как-то вот необычно сделали здесь деревья в воде, а потом идет какая-то возвышенность. Туда поднимаешься, шух-шух наверх, и вон там вот среди деревьев. Я не знаю, там можно сфоткаться, видимо. Пойдем туда, не пойдем, не знаю. И вот тоже очень интересные какие-то... Это сиденья, наверное. Все в зелени. Очень красиво. Мы поднялись сюда, но до конца не дошли. Прямо один круг остался. Там просто лавочки, в принципе. Ну, красивый подъем, но смысла подниматься особо нет. Только если посидеть и пофоткаться. А уже в парке включили подсветку. И такой вечерний вайб. Мы хотим куда-нибудь сесть, покушать десертик. И обойти еще, может быть, где-нибудь. И уже поехать, потому что время... У меня нет часов. Резинка говорит, что время около 7 вечера. Вот. И поехать в Москву. У нас ждет мама, готовит борщет. Нашли кафе. Вон там вход, и там дикая очередь, поэтому мы сюда не пойдем. Оно прям максимально красиво сделано. Тут прям, смотрите, зелень. Там второй этаж идет на веранду. И вообще, в принципе, очень, знаете, так эстетично, красиво. Вот прям... Я бы хотела здесь посидеть, но я не готова ждать очередь. И тут, знаете, что еще прикольно? Там есть стульчики для кормления Happy Baby, как у нас дома. Ну, то есть прям дорого-богато, извините, пожалуйста. Вот, это все еще идет, это кафе. Я бы сказала, что это ресторан, а не кафе. Очень красиво. И тут, видимо, еще какой-то второй вход. Может быть, это какое-то двойное кафе. Лабиринт с ксилофонами нашли.
хотели попасть в японский сад. Это какое-то... Это какое-то место, видимо, очень красивое, живописное. В общем, мы туда не попали. Туда огромная очередь по талонам. Талонов нет. А вход бесплатный. Вход бесплатный. И, видимо, оно как-то по времени, потому что сказали, что ближайшие 21:30, а время доходит 8. Ну, в общем, там стоит такая будка с талонами, чтобы их получить. И огромная очередь к ней. И написано, талонов нет. То есть, видимо, к какому-то времени они появятся, и люди в порядке живой очереди будут их брать. Если ты не успел взять талончик, то все, ты еще не попадешь. Очень жалко. Тут, короче, везде гигантские очереди во всех кафе. Мы уже больше никуда не пойдем, все, мы идем кушать десертик и уезжаем. И наши выводы насчет парка. Очень красиво. Это во-первых. Очень прям, ну, приятно ходить, сделано, как говорит Денис, прям для людей все. Да? Ты что скажешь? Бабки вложены. Когда деньги не отмывают и все вкладывают, такой получается красивый парк. С Москвой не сравнить. Очень темно уже. Вот, да, с Москвой реально не сравнить. В Москве нет ни одного парка, который бы мог конкурировать с этим. Все, мы идем уже, идем с Патки. Уже вот все стемнело. Все, Никита. Вот это вот, уже мы идем к выходу главной улицы. Там вот. Фонтаны. Фонтаны надо. Идем обратно. Очень красивые. Нельзя? Нельзя в туалет, пока не закажешь еду, представляете? А вот такие цены. Оставлю вам здесь тоже ссылку, где вы находитесь, координаты. Атмосфера заведения. Никита, мокрый теперь? Ну, вообще, очень простенько. Но здесь и цены, по-моему, ниже, чем в остальных заведениях. Ты хочешь кофе? Вкусно? Никита, куда ты пошел? Вытащи палец изо рта. Давай, 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 давай. Все понятно с тобой. Вот такой набор нам обошелся. 820 рублей. Последние 2.5 часа дороги я была за рулем. И я не знаю, то ли из-за того, что так долго я лежала в неудобном положении ночью, то ли с непривычки у меня схватило верхнюю лопатку левую, ногу левую отняло, это которая просто стоит, не которая я там газую. Просто вот она то ее сводит, кости как будто, то отпускает, сводит, отпускает. В общем, я ехала и думала, это старость? Это же кошмар какой-то, когда вот так вот постоянно все болит. Это ужасно. В общем, доехали нормально. Я в один момент разогналась до почти 160 и даже не заметила этого, потому что дорога прямая. И знаете, такое интересное чувство ответственности. То есть ты гонишь с такой скоростью, и в твоих руках жизнь твоего ребенка, твоего мужа, ну и твоя, естественно. И нужно быть максимально сосредоточенной, аккуратной. И в один момент я чуть не заснула. Я что-то руль
случайно ушел у меня вправо, я заметила это и эмоционально как-то сразу вывела его влево, и получился вот такой вот рывок машины. Дэн сразу подскочил, я сказала, что это яма, но меня прям вырубало, ну потому что я просто не выспалась, ночь была очень тяжелая, а Денис вообще сутки не спал практически. Вот, так что мы доехали, начинаем снова сельские будни. Никита наконец-то может ползать, ходить. Любимые его игрушки, по которым теперь он соскучился. И мама готовит нам завтрак. На завтрак у нас сегодня что? Картошка, да? Голубцы греем. Это на завтрак. Борщ. А на обед? То же самое.